Традиционно во вторую субботу сентября сотрудники многофункциональных центров Московской области отмечают свой профессиональный праздник. В Серпухове в офисах обслуживают ежедневно порядка 2000 человек, а спектр услуг постоянно расширяется. О работе учреждения расскажем прямо сейчас. Два офиса в городе, 6 структурных подразделений в сельских поселениях. Так работает многофункциональный центр в Серпухове. Свыше 400 услуг федерального, регионального и муниципального уровней можно получить в одном месте. Среднее время ожидания в очереди не превышает 5 минут. Наш многофункциональный центр открылся в 2013 году, и на сегодняшний день у нас работает 44 окна приема по государственным и муниципальным услугам. В апреле текущего года центральное подразделение, которое находится в поселке Большевик, было отмечено благодарственным письмом Министерства государственных технологий и связи Московской области. С июня этого года в МФЦ реализован федеральный проект Росреестра «100 бумага» по государственной услуге регистрация права собственности. Это позволило сократить сроки рассмотрения заявлений и обращения граждан. В офисах многофункционального центра также есть 17 рабочих мест для заявителей. С каждым годом их число увеличивается. Здесь через портал государственных и региональных услуг можно записаться в учреждение, получить справки. На свободных компьютерах специалисты помогут заполнить заявление на получение пособий и для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Еще хотелось отметить, что наши сотрудники на постоянной основе выезжают в муниципальное образование, сельские поселения городского округа для консультирования граждан. Также сотрудники и специалисты МФЦ участвуют в федеральной программе по социальной газификации. Специалисты МФЦ выезжают в мобильные офисы для консультирования граждан по данным услугам. Свыше 8 тысяч звонков ежедневно обрабатывают сотрудники колл-центра. Специалисты МФЦ на постоянной основе проходят обучение на областном уровне. Только с начала года в офисах приняли и обработали почти 500 000 заявлений.